Все на камеру, давай. Все люди, братья. Это дежурки. С Биг Магом. Очень люблю. Ну, за все хорошее. За все, да, да. Счастливо. Сейчас не поди в стакан. Добро, счастливо. Сейчас отдыхает. Возвращаемся. Ну, и Камьяшкина свалится. Вот я там беру дом. Ты там побудешь. Заморгался. Счастливый есть. Бедняга. Зайчик ты наш, да? Тазик ты мой. Ушей только жалко, что нету зайчика. Не понял, кто с другой целуется. Спасибо, девочка. Ну, Сашок, ты даешь. Будешь что нужно в армии вспомнить. Письмо будешь писать и одной писать, и второй. Ты даже два конверта. Деньги. Ой, 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 не мне хватит. Я там все хочу. А то мне тоже хочется. А Лучший ящик цена. У нас там мужик один есть на работе такой. Лучший ящик цена. Я не выговариваю. Не пей, козёлочка, не старше. Эй, я не волнуюсь. Она будет рада, что я буду тебя терроризировать. Старый. Пляша. Мама овечек оттащит. Могу одну отдать пару мест. Одну отдать. А могу? Что ты? Захочу пару. Тогда не буду уже. Да, терроризировать. Одну пару. Одну дощиток. Пару. Ну, наконец. Падала, падала, наконец. А мне одного нет, да? Не купать. Я сейчас повешу возик. Я вижу возик. Я гляжу вообще, что это тут. Треба оно, чи не треба оно. Потребное оно, прими оно, что туда. Мешая пройти. 25-30 градусов у хати тепла. И дед еще, ну, есть хоть время показать? Дорогой, давай! Санька, ну, если я кричал, то еще не скажу. Знаешь? Поднимайся. Шум. Отпуск тебя не пустят. Вот я так вот институт увидишь, ну что ж ты не пустят. Я служил, так было, что контакты с местным населением запрещены, но мы все равно как-то дружили, у нас получалось там. А вообще, ну, я не думаю, что тебе дружить тяжело. Постарайся, пограничники, они ревматизм обычно с собой на дембель приводят. Постарайся ты это с собой не брать. Останется. Сквознячки. И траву попорвешь. А вот страшно, бы не. В общем, иди, иди, ничего не бойся. Я говорю, тебе. На гражданке, ну все, ну для того, чтобы. У меня все. Ну, 4 часа. Все будет хорошо. По-честному, ничего не бойся, что по телевизору показывают. Это правда. Это тебя не любит. Это правда, но это край. Да, это самое, как вот журналисты обычно, самое-самое, край. Да. Итак, когда падаешь, говори, у меня все. Что все? Упал. Да, ты упал уже, у меня все. Валера, давай. Ну, сейчас нужно. Покажи. Где братика? А что, курить еще? Курить? Сегодняшний день, ты же говорил, что отучил. Могу отучить. Это мама, да? Сашка. Валерка. Ну, поляжешь, как тебе там дышит. Как тебе старший лейтенант Панченко попал? Начальники. Такие широкие хлопец. Широкий. И только вот, ну, отобьемся уже, укинулись и все. Ты уважайте, а то на часах только. Ну, конечно, самый худый был. Если не призыв, меня по-любому заберут. Да. А потом орехи. Орехи. Как бы я... Под душ не заберусь. Санька, отлично. Отлично. Чарпуха в дорогу, если в поезде будете ехать. Сынулька, достань мне вот эту сумочку. Саша.
А? Оставь мне вот эту сумочку, такую полосатенькую, скуренькую. Одежу, если не будешь отсылать домой, так надо было в шинель. Какую одежду? Тишка, откуда вылетает? Саня, простимся мы сегодня с тобой. Слава. На полтора года. На полтора службы, а встреча будет раньше. Мы приедем, и ты приедешь домой, я думаю. Ну, уже напишешь нам, что если не пустят заставу. Ты будешь ездить по чашке, а мы с тобой постараемся приехать, все-таки на заставу. Вот, Славу я когда-то собиралась. Ой, так меня быстро собрать. Ну, а это с Чехом недалеко. В Бресте это недалеко, где-то в кругу нашей Белорусской Республики. Обязательно приедем. Будь мужественным, достойным, красивым, здоровым солдатом. Таким мы хотим тебе и видеть. Все, мы сказали, что будет соседи. Да, все хорошо. Я даже раньше беде пришел, так что я не знаю. Ты придешь? Нет, ты не хороший будешь. Скажи свое мнение про всех. Ну скажи, скажи, вот с ними. Хочу вернуться таким, каким он пошел. Не, лучше, будь лучше. Это хорошо, если я приду. Посерьезнее придешь такой, мужалый, плечи. Всем по-другому будешь рассуждать. Да-да-да. Сашка, ничего я тебе говорю, вот последнего мы тоже как-то провожали у солдата, он там зажурчал слизьми, а потом пришел, морда сразу круглая сделала. Вот дверь не влезет. Мучал, а потом еще мучил духу. Вот после пришел, говорит, канистры шлите мне, ну. Говорит, я так оттуда не уйду. Было? Рано там съели. Я там сам ушел от посылки еще полтора года еще. О! Ну давайте, гости, выпить надо. Выпить. В общем так, Сашка, если будут давать автомат домой, бери. Забирай. Купим дом. На день бери, если так. Без денег, так скажем. Патроны мы тут накопаем. Ну, в общем, даже если не за большие деньги, тоже бери. Как-нибудь скосим, бери. Автомат хозяйство. Картошку будет толчить. На такой длинной палке. Шевали крыльями, картошку будет. Всеми дворами ходили вместе. Собираемся, ну их по 10. Нормально. Ну давайте, хлопцы, пейте. А так все выпили, вы. Выпили за вами. А девчонки? Девчонки, слушайте, вы всю картину портите. Зариска, давай-ка. Не получается, вы чурмон. Давай, чурмон. Нет, не получается. С собой или как? С собой, да, нормально. Что, девушка, тебе повестки не вызывают? Честно? На сутки. Пайку уже. Да. А мама наложила уже на полтора года. Да, нет. Давай, держи. Когда Минск, когда ехать, тем уповедим. Ты что? Ты что? Там общую кучу все. Если хотя бы на кусочек, ну, пошла пить. Ну ладно, это самое, но я знаю, что не надо. Не надо, не надо. Быстренько. Не наши дети. Нет, вы какие-то не русские, слушайте. Узбеки. Вы смотрели этот фильм, когда бочку спирта только мама? Бей. Не, мы не берем. Ешь, на нем вчера всю посуду перемыла, все помогла. Я бы одна тут закопалась. Не русская. Сейчас выведем за дверь. Знание будет с пристрастием. Поставь не будем, но борцу дверь. Что-то 3-4, сокой будет. Слава пьет. Фильм не мой, будем писать. Слава выпил. А чем ты пишешь? Троеточие. А? Титры. Титры сделали. Слушай, у тебя букв не хватит, если я каждый раз буду пить. Ой, одни те же. Первый снег.